Видимо, прямым ударом, разбег, удар поворотом, и в игру вступает всерьез Узухо уже в самом начале игры. Ну, собственно, попросили через общих знакомых все-таки справа. И опять атака классическая для сборной Испании. Сигурдсон, ударное исполнение. Теперь подача, прострел, удар. Поворотом. Кстати, неплохой удар, но мяч летел партнера, и угловой уже с другой стороны. Может быть, наоборот, повезло, потому что там уже набегали. И просто жестко, конечно, здесь уже пробрасывал мяч Бодварсон, и его просто срубил сейчас Брайан Эдову. Желтая карта. От нее просто мяч отлетал не в створ ворота, а на дальнюю штангу. Но это не ударом. Его толкали за щит. Муса 2-0. Да, Волгоград родной город, Муса.